Всем большой привет! С вами Велена Хикматуллина, и я участница проекта «Чада из Ада». Сегодня я вам расскажу и покажу, как проходит мой день. И главное, сколько я трачу. Честно, я сама не знаю. И поэтому давайте проверим. День мой начинается с вкусного завтрака, который я себе приготовила, скажем так, сама. Что у нас здесь есть? Давайте посмотрим. Сырочек, мед, грецкие орехи, финики, ананас, сыр сливочный, сладкое. Я не могу без сладкого. Красная рыба и хлебушек с какими-то штучками, с семечками. Я знаю, что это все абсолютно несочетаемые продукты, но главное, что это вкусно. А, кстати, забыла сказать про очень необычный кофе. Кофе с женьшенем и с овсяным молоком, потому что обычно молоком мы не пьем. Если вы ожидали увидеть у меня на столе лобстеров или черную икру на завтрак, то боюсь вас разочаровать. Не сегодня. Потому что день свой я люблю начинать с очень простой еды, чтобы не угробить свой и так уже угробленный желудок. Ну и, конечно, когда я завтракаю, я смотрю ТикТок. Мои глаза ждут. Итак, мы переходим к моей самой любимой части, это косметика. А здесь у меня косметики 1000 на 80, и это только малая часть. Но сейчас я вам покажу, чем я пользуюсь чаще всего. Вот этими тональниками я пользуюсь чаще всего, и сегодня мы с вами тоже их будем использовать. Мой самый любимый хайлайтер. Дальше у нас лимитированная палетка. Лимитированная. Далее румяна. Очень много кисточек. Возьмем еще и карандаш для бровей. Дальше праймер. Его используют до того, как наносите тон. Далее консилер. Замажет абсолютно все на вашем лице. Три туши. Да, я пользуюсь тремя тушами сразу. И две подводки. Далее жидкий хайлайтер, который я наношу на века, и обычный сухой классный хайлайтер. Я думаю, что показывать весь процесс того, как я крашусь, бессмысленно, поэтому запоминайте. Это мое до, а это мое после. А теперь идем одеваться. Кстати, совсем забыла рассказать вам про сегодняшние планы. В общем, самое главное событие за сегодня, это что у моей близкой подруги сегодня день рождения, а у какой именно, вы узнаете в самом конце. И я вас уверяю, вы офигеете, потому что вы все ее точно знаете. Но до этого мы должны успеть забрать подарочек для нее, обязательно забрать наш заказ в виде торта, накупить разных шариков-безделушек к ее дню рождения, также успеть обязательно залететь на студию, чтобы записать свой трек. В общем, день у нас длинный, насыщенный, я не знаю, во сколько он нам обойдется, но мы все увидим. А теперь давайте выберем, что я надену. Нужно что-нибудь простое, но при этом интересненькое. Это будет сложно, но я думаю, что мы справимся. Я думаю, что мы с вами сверху накинем эту кофточку, возьмем черную сумочку, вниз мы наденем какой-нибудь топ. Что по поводу штанов? Это будет сложно. Кожаные или джинсы? Я не знаю. Белые джинсы? Нет. Может вообще просто черный топ одеть вот без этого? Короче, надо что-то думать. Help! Срочно, мне нужна помощь. Блин, я реально не знаю, что надеть. Я абсолютно без понятия. Давайте перемерим все. У меня есть несколько образов в голове. Я предлагаю перемерить все и выбрать, какой самый лучший. Наденем голубые джинсы. Я думаю, что они должны подойти. И вниз мы наденем... топ. Этот? Нет, не этот. Я знаю, топ, который сейчас на мне. Ну что, мы пойдем переодеваться. Закрываем. Бай! А вот и первый образ.
Мне кажется, получилось прикольно, но мы сейчас померим еще один образ, сделаем что-нибудь необычненькое, и я вернусь. И потом мы с вами выберем, какой из них лучше. Hello, you guys! Ну, короче, из-за собаки тут особо ничего как будто бы и не изменилось, но, так, на всякий случай, кожаные штаны у меня теперь и другой топ. Если честно, я максимально без понятия, что надеть. Это мне, конечно, не очень нравится, но мне кажется, что я сейчас просто выйду в совершенно другом, просто в каком-нибудь пышном платье, или вообще никуда не пойду. Ну, короче, сейчас посмотрим, что будет. Кажется, я определилась. А вот такой у нас получился образ. Все очень простенько, нет никаких брендов, потому что каждый раз, когда я выбираю, что надеть, я абсолютно не обращаю внимания на бренд. Если мне что-то нравится, если у меня такое настроение, значит, я одену то, что мне нравится. Короче, ребят, погнали за подарком, что ли? Let's go за подарочком. На такси нам ехать примерно минут 40. И это нам обойдется в 780 рублей. Кстати, на такси я очень часто езжу, потому что мне это комфортнее. И я никогда не считала, сколько мне такси обходится в месяц, но я думаю, что это не так важно. Главное, что очень удобно. 6, 8, 5, 6. 5-10 минут. Ждем. Все, да, я возьму. Подарочек мы забрали. Нам он обошелся в 30 тысяч рублей. Но для друзей абсолютно ничего не жалко. Итак, далее мы скорее бежим, потому что уже опаздываем за шариками, свечками и всякими крутыми штучками. Let's go! Скажите, пожалуйста, у вас есть свечки, циферки? А можно мне их, пожалуйста? 1 и 4. Все, спасибо большое. Да, я их возьму. Короче, сделаем такой прикол. Вместо 14 будет 41. Практически с юбилеем. Что ж, все необходимое ко дню рождения мы уже купили. Остался только тортик, но мы его оставили напоследок. Сейчас мы едем на такси, которое, кстати, обошлось нам в 730 рублей, в студию звукозаписи. В общем, мы уже приехали. Сейчас поднимемся в студию и будем наконец-то делать новый трек. Не понял. Сейчас. Алло, Миш, привет. Я около двери стою. Все, пока можно покрасоваться в зеркало. И посмотреть, насколько вы шикарны. А, кстати, зацените. Я считаю, полный свэк. Мне очень нравится. Мой прикид сегодня на дрешечку. Кстати, тут живет Михаил Смирнов. Проходите, хорошо. Туда. Какой у тебя сегодня муд? Что ты хочешь сделать трек? Так, я хочу написать про любовь. Вау! Гениально! Все, у меня уже 300 тысяч идей. Я уже все, ни слова больше. Что-то просто... надо про губы, про так. То, что они, ну, как бы целуют, но не любят. Ого! О-о-о! Шаришь, вот эта строчка. Все это, знаешь, бум-бум-бум. Вау! Нет, подожди, ты же никогда до этого не писала треки именно сама? Да, вообще никогда. Когда ты сама пишешь трек? До этого ты кто-то всегда писал, кто-то управлял. Это интересный экспириенс. В работе, на самом деле, решает. Можно записать вообще что угодно, и потом в работе это. Все, она просто такая, типа... Тоже красиво. Йоу, тоже красиво, да. А потом просто берешь и, типа, так, знаешь, чуть ее... Она такая более становится, знаешь, такое... И реверб атмосферный. Да, да. Вот. Так, дальше мы ставим... То есть, когда у нас есть основная гармония, есть гитара, есть вокал, есть что-то еще.
нужно накидать бит, барабаны, то, что качает всех, вот это вот самое, вот это пум-пум-пум, вот эта вот вся штука. Сейчас мы это сделаем. Вы чувствуете это? Вы чувствуете это? Вы чувствуете? Все, вот она, уже где-то там чарты, где-то рядом. Что давай, что качает? Бас, барабаны, все, самое важное, давайте добавляем. Сам спросил, сам ответил. Ну, потому что ты не знаешь, это как, знаешь, учитель, который ждет весь урок, ответ, и в итоге сам говоришь. Короче, мы сейчас будем писать топ-лайн для трека Вилены. Это самая важная часть. Важнее этого ничего нет. Если мы напишем сейчас его, то все, считайте, трек готов. Значит, Вилена говорила идею про губы. Давайте запишем что-нибудь с этим связанное. И будем просто слушать подряд. То есть я ставлю на луп припев, мы подряд слушаем и придумываем разные мелодии, текст и так далее. Все, что нам приходит в голову. Погнали. Очень еще важно припеве делать помимо просто классной мелодии, классных слов, чтобы были какие-то крючки, например, то есть, ну, есть цепляющие моменты в треках, условно говоря, вы можете в какой-то момент сделать, не знаю, резко наверх уйти или какое-то слово применить, которое вы очень редко используете в обиходе, что-то такого плана, и это почти всегда работает. Да, давай вот так сделаем первые две, и да, нужно дальше придумать третью, четвертую. Вот, это как раз вот тот цепляющий, потому что я говорил, что вот это резкий ход наверх, то есть, например, наши... вот это, оно и самое классное будет. Это очень важно. Надо это сделать. Okay. Если мы не сделаем, это трека не будет. А что у нас, короче, получилось? Твои губы меня губят, целуют, но не любят. И пока все. Раунд. Пока все, это все, что есть. Нам нужно дальше. Если вы хотите, чтобы у нас все получилось, поставьте лайк и напишите комментарий внизу. Интересно, я сейчас смотрю, кто ты, кто-то такой, блин, вот бы они ничего не написали, знаешь, типа. Если вы не хотите, чтобы мы ничего не писали, то ставьте дизлайк. Да, короче, все, у нас есть две строчки, давай дальше допишем. Какие-то воспоминания твои, связанные с этим, либо про что-то просто атмосферное сказать, знаешь, там, про какую-нибудь улицу, про какой-нибудь город, про что-нибудь такого плана. То есть что-то ассоциативное, что у тебя возникает с какой-то историей. Давай дальше, давай попробуем на английское какое-то слово. Мне хочется, чтобы... То есть мы хотели с тобой сделать English word какой-то здесь. Сейчас получается... Пуля. Пуля? Прикольно. Bullet. Только на английском, да? Да, bullet. Только подожди. Будет. Как будет, получается? То есть... Может, с чем-то надо сравнить, наверное? Ну, то есть что, не просто же так ты будешь говорить про пулю? Ни с хрена просто. Можно привязать это к тому, что, типа... сравнить, например, слова, которые он тебе говорит, или же его поступки какие-то, или вот что-то еще, сравнить это с пулями. То есть, условно говоря, когда для тебя каждый, типа, какое-то слово, оно как, типа, выстрел по тебе. Например, ее раньше уже не будет. Твои слова, например, как раз только bullets получается, правильно? Bullets. Типа, это же слова, да, множественные. Bullets, да. Твои слова капуля, меня целуют, но не любят. Давай дальше изменим как-то. Да. Можно да. Было, типа, условно говоря, чтобы всегда две строчки повторялись, первые две. То есть припев, условно говоря, состоял из восьми вот этих строчек. Окей. И вторые две всегда бы отличались. Как раз, чтобы хорошо рифмовалось. Типа, как раньше уже не будет, твои слова как bullet. То есть... я поняла. А второй раз сделаем, типа, среди многих улиц твои слова как bullet. То есть будет прикольная рифма. Там на ед-ед, а тут эц-эц, получается, рифма. И все, да ты чертов гений. Вау. Я даже так чуваку с кольцами дал кулак. У меня потом просто, как будто я, знаешь, с Макгрегором дрался. Красное здесь было.
Твои губы меня губят, целуют, но не любят. Вау. Как раньше уже не. Как раньше уже не будет, будет. Твои слова как bullet, твои губы. Не, первый раз в единичном. Bullet. Да. И как раньше уже не будет, будет. Твои слова как bullet. Блин, истерика. Такое бывает, когда она записывает треки. У нее случается истерика, она не может. Ты это записал? Конечно. Ты можешь поставить? Нет. Пожалуйста. Я это продам. Я хочу это послушать. За 500 тысяч долларов. Я очень хочу послушать. Нет, давай черт. Твои губы меня губят, целуют, но не любят. И как раньше уже не будет, будет. Твои слова как будет. Твои губы меня губят, целуют, но не любят. И среди одиноких улиц, улиц. Твои слова как булет, булет. Ребята, у нас вот Елена записалась. Давайте послушаем ее дубли. Let's go! Как она спела. Блин, по-моему, получилось круто. Ой! Опа! Это кто? Нет! Вот нормальная Милена. Верните Милену. Припев записан. Можно идти отдыхать. Все, припев есть. Это, по сути, одна из самых важных частей в целом трека. Остается только два куплета, я думаю, у нас будет. То есть у нас, короче, еще концепция трека в том, что вначале он будет очень-очень спокойным. Почти ощущение будет, что это будет вообще самый спокойный трек на свете. А в конце просто рок-фест в лучшие годы. Просто самый жесткий рок из всех роков на свете. Панкер, металл, я даже сказал. Сейчас я вам покажу, как поет Елена без автотюна. Я думаю, вы мечтали это услышать. Губы меня губят, целуют, но не любят. И как раньше уже не... Вот так поет Елена без автотюна. Губы меня губят, целуют, но не любят. А вот с автотюном. И как раньше уже... Сразу все нормально. Что ж, ну ничего страшного, со временем научится. О нет, на меня покушение оформляют. Посмотрите, какое чудо! Нашему Мигелю 1000 лет. Что за чудо, тортик? Ура!